Привет, друзья, с вами снова я, Антон Зек. К сожалению, карантин продолжается, и все мы сидим дома в надежде, что быстрее этот вирус пройдет, и все наступит опять, все хорошо. Но главное, не забывайте мыть руки, носить маску, если вы выходите на улицу, и вообще стараться избегать людных мест. Тогда будет все окей, и в скором времени мы снова будем кататься в скейт-парках, а может быть и в горах на лонгбордах, кто знает. Сегодня на обзор мне попалась очень интересная игра, даже в наше время достаточно актуальная. Герои нашего времени — это сейчас доставщики, которые приезжают в каждый дом, приносят еду людям, потому что они не хотят и не могут выйти на улицу, поэтому им огромный респект. И сегодня мы будем обозревать игру именно на эту тематику — скейт-доставщик. Я не знаю, что там будет, я тоже нашел ее такую веб-стори, думаю, о, прикольно, доставка пиццы. Сейчас посмотрим, поиграем. И поиграем мы с вами вместе. Но перед началом мы за здоровье выпьем спрайт версии 2.0, что игра будет топовая. Вкусно. Погнали. Итак, включился сразу музейшн и немножечко рекламы. Ну и как обычно. Так, пицца, delivery, скейтборд. Хотя по превьюшке такое ощущение, что чувак просто везет какой-то красный квадрат. И он достаточно очень странный. Было бы очень иронично, если бы этот квадрат был бы, например, зеленый или желтый. По типу как у Яндекса Delivery, но он у него красный. Не знаю, что он доставляет, посмотрим. Так, это еще игра 3D, скейтборд, Listen's Play, Red Us и More Fun. Окей, мы нажимаем play, потому что очень сильно эта кнопка прям выпирает и говорит: нажмите меня уже наконец-таки, мы хотим доставлять всем пиццу. Тогда погнали. Так, у нас есть всего 8 уровней. Окей, мы будем начинать с первого. Первый уровень, погнали. ЮПРСТ. Во-первых, звук, как будто у нас автомобиль какой-то заведенный. Жига моя, наверное. Доставщика нету колес, он катается на летающей доске. У него почему-то его коробка серая, наверное, она прокачится с уровнем. Ну и по управлению, что у нас тут есть? Вот такое у нас управление. Ага, вот, мы поехали. Как там? Game over. Так, быстро. Так, еще раз. Нам нужно ставить пиццу до покупателя. Поехали. Так, ладно. А где звук? Почему пропал сразу звук? А, нам еще вот так по городу ехать. Так, я на 50 заехал. Я заехал на 50, но я не могу теперь с этого 50 вообще никак сойти. Заднего хода у меня нет. А, нет, есть немножко заднего хода. Отлично. Появился опять у нас звук Жигули. Так, задний ход. Так, отлично. Мне кажется, эту игру просто на скорую руку создавали. Так, едем. У нас есть препятствие. Его пропускаю. Опа! А вот и ваша пицца. А что вы не дома сидите, а на улице? Ладно, поехали дальше доставлять. Так. Что-то люди у них какая-то вообще не самоизоляция. Все ходят. Все ходят, а еще я не могу никак повернуть. Так, фейки. Вот как-то люди там даже, блин, не могу даже показать, застыли на месте. Время останавливается, когда доставщики катаются на скейте, доставляют пиццу по дорогам. По пустым дорогам Москвы мы едем, ребята. Сейчас бесконтактную доставочку я вам оформлю. Нифига не поворачивать. С управлением в этой игре все очень-очень сильно плохо, ребята. Прям максимально. Так, я все-таки должен доставить пиццу. Так, стоп. Так, здравствуйте, вот она, ваша пицца. О, спасибо, дружище, ты доставил мне пиццу. Боюсь, что это будет мой последний клиент, которому я должен добавить. Потому что у меня осталось 35 секунд, и я не могу никак развернуться. Давай, давай, давай. И... Yes! О, мэм, ваша пицца. О, спасибо. No, delivery pizza to next customer. Так, нет, они говорят, типа, у тебя еще должно быть время, чтобы ты... Что? Я должен сразу второму привезти? И у меня осталось 17 секунд? Ну, ребята, это просто...
experience, я могу сказать, это с каждым нафиг левлом усложняется. Я чем я на 50 заехал, мне 5 секунд, дружище! Ну что, ребята, что я могу сказать? Игра, конечно, не увенчалась успехом. Достаточно она такая простая, физика нулевая. Что там, почему-то скейтборд можно было назвать, это и сноуборд можно было назвать, летающий скейтборд. Короче, просто чувак на доске с коробкой серой гоняет и доставляет якобы пиццу. Вообще недоделанная игра, такое ощущение, что ее собрали из нескольких игр. Воу, доставка пиццы, это круто. Все, нужно делать скейт-игру, и, наверное, люди будут залипать в метро, сидеть и доставлять пиццу. Нет, нет, еще раз нет. Это ужасная игра, это отстойная игра, она неинтересная, она никакой физики в ней нет, ничего, геймплей вообще нулевой, поэтому я не советую вам скачать игру, она, наверное, у нас встанет на предпоследнее место, потому что прошлая игра была, но это просто, вот это полнейшее дно, которое могло быть. Ребят, очень вас сильно прошу, напишите в комментарии, нормальные игры, интересные или хотя бы прикольные и веселые. Я запарюсь обозревать все эти непонятные игрухи. Давайте уже нажмем что-нибудь интересное и офигенное. Так что жду от вас очень крутых комментариев с играми, а также море-море лайков, подписку. И не забываем, что с вами был Антон Звягинцев, и мы увидимся уже в следующем видео. До новых встреч, пока-пока, не болейте.